Привет всем! Снова записал для вас торговлю с телефона. Запись от 28 июля. Приятного просмотра! Итак, смотри, видишь уровень? Видишь нижнюю границу? Вот верхнюю границу будем заходить на 5 минут. На... Так, я зашел на, соединение. На 10 тысяч мы зашли на 5 минут. Сигнал очень сильный. Можем зайти на 20 тысяч одной сделкой. Видишь, что происходит? Потому что смотри, какой сильный уровень был. Видишь, два раза коснулась, не пробила. Просто смотри, какая нижняя. Видишь, раз не пробита, два не пробита. Третий раз. И вот граница, и мы заходим на 5 минут на понижение. Понял? Видишь, почему, даже подписчики могут спросить, почему не зашел на минуту, да? Угу. Потому что за минуту он может не успеть опуститься, то есть 5 минут это как раз идеально будет. Ну видишь, здесь зашли бы на 5, ушел бы уже далеко вниз, так и здесь. А здесь бы зашли на 5, то ушел бы вверх. Так, все, теперь ждем. Смотри, видишь? Отлично все происходит. Ну, скальпинг — это моя лучшая стратегия. Не знаю, сколько я всего перепробовал, и все просто. Ну, коридор этот просто для наглядности. Ну, чтобы... Лучше замечать. Да, лучше видно было. Британский фунт, японский йен. В Китае юани, в Японии йены. Что это ты за салат заказал, что интересно? С чем? Кстати, народ заказал салат. Вот здесь вот белая клубника. Белая клубника, селера и пашот. Пашот мы вот так вот пробиваем, и он течет. А у тебя что? Иди. А почему они в пене? Да я не знаю. Можем еще зайти от уровня на повышение, или хватит? Нет, как ты учишь? Да, останавливаться. Мы уже и так сегодня день настолько отличный, что мы можем позволить себе поехать в самый дорогой ресторан Киева. Так, ну на концовке уже будем отмечать сделку. Напоминаю, торгую с 3G интернета. Он бывает местами, конечно, подлагивает. Сделки не всегда вовремя ставит. Но если вы на отличном сигнале заходите, его будет вам достаточно. Да, сигнал просто идеальный. Ну и на минуту бы зашел. Сейчас вот этот вот звук будет. Самый приятный звук, наверное, да, в жизни, да? Конечно, кроме открывается мороженое. Да. Так, это будет опять на 4,5, 4,5, 9, на 18 тысяч, да? Да, в плюс. Да. Все отлично, и уже на балансе 424 тысячи. Так и хочется поставить, да, как в прошлый раз, как уровень отлично держится. Давай. Отметим. Итак, заканчиваем мы торговлю одним четким сигналом, заработали 18 тысяч рублей, вовремя зашли в сделку, вовремя вышли. И в следующем видео я вам покажу, как правильно находить эти коридоры, как правильно находить сигналы. Всем удачной торговли, всем пока!